Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим 124, и сегодня у Хамонимэйшеса вышла серия «Побег от Доры». И, наверное, это самая скудная среда, поскольку только у Хамонимэйшеса вышел мультик. Ну что ж, смотрим. Не понял, а где звук? Заметит полка Дора. А, все, звук есть. Не выезжай на свет. Если тебя заметит полка Доры, оно разнесет это место. Кстати, на моем канале вышел клип про Люцифера. Можете зайти и посмотреть. О, спасибо. Слушай, ты же механик. Помоги нам починить поезд и добраться до базы. Запросто. Как две палочки за место вилки. Ну это... Это значит легко для китайцев. Со своими палочками-то. Ну-ка, Ань, что будет делать? О-о-о, подъехали. Так-так, что это у нас? Угнанный бронепоезд. Да что со звугнанный? Здоровяк просто. Тигр просто свалил дерево и все. Все в поезд. Все в поезд. Валим скорее отсюда. В смысле? Ну-ка, все. На штурм бронепоезда. Не, мне кажется то, что... Что-то... Нам кости. Нам кости. Ну... Ну, учесть то, что тут только легкие танки, то... Тут без вариантов. Скажите, что все готово. У нас враг за спиной. Дай мне немного времени, и я доделаю. Задержите их на пару минут. Черт. Как? Сейчас что-нибудь придумаю. Гусеницы не сбивайте. Их надо задержать на пару минут. Наши пушки их не пробьют. Стреляйте и по глазам и гуслям. А я за пушку на крыше. Ну да. Точно пробьет. Плю, плю. Так, ну нет. Так, ну давай, все. О, так они могут так отстреливаться. Не. Ой. Фингал на глазу. Сразу фиолетовый стал. Отстань от меня! Дай спокойно побыть. Так. Плюх. Ой-ой-ой. Да уж. Главное, чтоб опять не попасть сюда. Еще давай. Ох. Плюх. Мимо. Не пробил. На. Вот. Стреляйте по клавной башне. Это самое страшное, что у них есть. Ну-ка, давайте. Промахнитесь все. Опять глаз попал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Еще. Накидайте им. Все, ПЗ-3 минус. Тигр-2 остался. Все, до свидания. Башня. Ну, мне интересно, что они будут делать дальше? Давайте, давайте. Главное их обездвижить и все. Мы сделали все, что смогли. Времени больше нету. Запускай поезд. Я не понимаю, почему не заводится. Сейчас еще раз проверю кое-что. Что? Что не так? Топлива нет. Давайте, обездвижьте их. Ай-яй-яй-яй. Они уже близко. Быстрее. Вот в чем дело. Давление упало. Ну, гони, давай. Как это? Как только давление поднимется в котле, двинемся. Пару секунд. Раз. У нас нету этих секунд. Ну почему они сейчас идут? А ты чё? А ты... Чё он делает? Чё он сейчас скажет, сы?
Мне кажется, понял поступок. Он чё? О-оу. Кому-то Всё, поехали. Быстрее. Давайте, давайте. Тигр, ты чё? Стоишь-то. Задело, не сделала. Ну, вроде как бы, не поезд должен подпрыгнуть от этого. Ну, так, не знаю, не знаю. Интригует, интригует всё.